Привет. Короче, снова паблик Warface Халява подогнал на розыгрыш пин-код на сет Армагеддон. То есть там есть пин-код на перчатки с ботинками, на один жилет на выбор и на шлем. Вот, в общем, комплект этих пинов я разыграю через пару дней у себя в паблике ВКонтакте. Внимание, условия. Вам нужно поставить лайк этому ролику, оставить комментарий со своим ID ВКонтакте и вступить в эту группу, которая дала этот пин-код. Называется она Warface Халява. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Ну и когда буду проводить итоги, соответственно, буду проверять подписку на эту группу. Давай, удачи. Ну а что касательно ролика, я вообще изначально планировал записать скилл-тест со снайперкой. Но получилось, как обычно, не рыба, не мясо, а какая-то залупа дяди Тараса. Ну, в общем, все как обычно. Давай, в общем, приятного просмотра. Долбанный дворец или блиц. Вот это мои самые нелюбимые карты вообще в РМе. Дворец, блиц. Ну, сейчас, не, сейчас дэшка будет. Да? Ну я сейчас возьму медика. Я сейчас буду медиком играть. Потому что я подготовился. Я подготовился. Жизнь меня научила. Три блица, один дворец. За четыре запуска. Вот, сейчас пятая карта дэшка. Я не знаю, даже, может быть, тут авиком лучше разыгрывать, кстати. Ага. Тут нас тюха. Легла в прицел, убила меня. Как бы, сори. Что это такое? Где он? Понял, поймаю. Так, ладно. Я дэшку, ой, я меда возьму. Потому что авиком здесь тяжело будет. Играешь авиком? Тебя убивают какие-нибудь медики там. Играешь медиком, тебя будут убивать авики. Ты серьезно, ты еще и резаешь? Ну, дядь. Где он? А, все. Ты его убила, что ли? Я его испугала, еще так резко вышел. Ты серьезно его грохнула? Да, дефал. Ну ладно. Даже не понял, что происходит. Ты куда стреляю? Есть. Бинго. Нет, у них на Ахмеде, конечно, вообще профессионал играет. Он такой, типа, бежит. Вот так. Бро, ну а чтобы тебе не быть таким же профессионалом, как Ахмед, и иметь сразу крутые пушки при старте, слушай коротенький гайд. Братцы, сейчас лучшая акция от Mail.ru за последние, наверное, полгода. Точно такой же склад сейчас может абсолютно каждый получить при регистрации нового аккаунта. В общем, переходишь по первой ссылке в описании, жмешь кнопку «Испытать удачу», и тебе выпадает всегда золотой контейнер, в котором ты получаешь целый комплект магма-пушек и шлемов на все классы. Ну и прям тут же жмешь «Создать новую почту» и регистрируешься. Ну а потом на сайте игры можешь еще телефон привязать, чтобы получить випку на 7 дней. Как долго это продлится, я без понятия, поэтому не упусти свой шанс. Люб, пойдем на один. Оп. Ему скорострел обрезали, что ли? Чё-то как-то ему скорострел, походу, урезали. Еще и... Короче, у него, во-первых, пули сейчас дольше вылетают. Во-вторых, у него сейчас этот... между выстрелами пауза больше стала. И это какая-то херня на самом деле стала, не дробовик. Еще и отдача стала огромная, что ли? Или я... Что это такое? Люб, резай, на похрен. Давай, давай, давай. Это прям маслята... Маслята высший пилотаж называется. А почему так... Ствол таким говном стал, что ли? Он прям лютым говном стал. Офигеть, пушка говном стала! Я тебе говорю, она, короче, сейчас СРМ за донат. Она стала таким помойным шлаком, что я не знаю даже, кто ее будет тянуть. Ее тянуть, скорее всего, никто не будет. То есть, если она до этого была более-менее конкурентоспособная с новыми с нынешними дробовиками. А, нет! То сейчас эта пушка прям лютый кал. Прям лютейший.
Я отвлекся на гранату, он просто зашел, меня убил в этот момент. Я не слышал ни одного шага. Слушай, не, я сейчас настолько разочарован в этой пушке, что я даже не хочу с ней записывать 1 на 5. Вот что это такое? Она бы в прошлый раз уже убила чела. Боже. Охренеть. Ты спрыгнул один. А я другой не выходил. Ладно, я пошел синий пушить, короче, похер. Я не хочу с этой пушкой играть, на самом деле. Ну, хотя тут Ахмед прям вообще сочный, он как будто бы управление только еще изучает. Да бывает. Господи, какой же... Я сейчас мог сдохнуть, понимаешь? Если бы Настюха нормально стреляла, она бы меня убила сейчас. Охренеть просто, какое же говно стало это оружие. И опять же на это же мини взорвался. Оббеги. Охренеть, он мне в голову дал. О, тяжело, тяжело. Я не знаю, почему мне тяжело с этой пушкой очень играть. Прям совсем тяжело. Что? Что вот это сейчас у него с моделькой было? Почему она дергалась в разные стороны? СРМ, вот тупо СРМ. Это СРМ, который пули не дали. Еще одну дверь. На, я слишком оборзел. Ладно, забей. Это вообще реально, ребята, такие маслята просто. Они в супер маслята, они прям супер маслячизированы. Ну типа и мне против них, ну и честно, против них потеть даже стрёмно. Ну типа, вот прям вот если взять по-серьёзки настроиться играть, мне даже стрёмно играть против них. Они прям такие сочные прям. Это примерно против таких я охоту нубов записываю. Это было прочитано. Да, скорострела у него, конечно. Не, эта пуха прям намного лучше лупила на ПТС. Показываю один раз, как надо играть против таких людей. Она услышала бирки. Вот смотри, что это за урон такой? Надо он трогать. Да. Слушай, я могу рекорд по фрагам с ними поставить. О! Не, ну это было опасно, на грани фола. Я типа дефужу. Типа. Покидает игру. Еще покидает игру? Да вы прикалываетесь что ли? Алло! А как я должен добивать сейчас рекорд? Да... Я не знаю, впереди за них что ли, резай. Да, впереди за них резай. Так, сейчас мне нужно дать им поставить бомбу. О, это прям вот мои маслята, прям. Прям, ух. Можно максимум раунда дотянуть? Что у нас тут? Видос уже раз не удался, 1 на 5. Точнее, скилл тест. 1 на 5 уже тяжело слишком снимать. Давай резай. Не будет резать, да? Ну ладно. Не хочешь, как говорится. О, два медика, они сейчас будут резаться. Пойдем на подсаж. Чё? Ай, какие мы негодяи. Ну реально, контент требует жертв, что могу сказать. Все вышли. Эти два талова будут драться. Он даже резать не пришел, понимаешь? Блин, что самое забавное, я еще взорваться не смогу. А, да пофиг, новый рекорд уже есть. Привет, братан. Ой, господи.
Ой, бедолаги. Закрой ты свой рот, шавка. Фига себе. Фига. Ты видела? Ага, за это, может быть, ему это? Сунь-высунь сделаем. Ну не иди сюда. Зачем ты сюда идешь, братан? Сдаться. Это, Люб, F5. Найс. Ну чё, новый рекорд по фрагам поставлен. Хотя вообще планировалось изначально записать 1 на 5 со снайперкой, но так как карта дэшка, я взял медика. И в итоге, короче, я понял, что пушка говно. И если бы они не ревнули, они бы меня выиграли. Но у них, я не знаю, то ли у них терпение кончилось, то ли еще чего кого. Но они, короче, просто ливнули и все. Чему не знаю. Один понятно, да. Один там он вообще прям, типа, управление изучал такой. Поворачивался. Другой просто плохо играл. Настюха бомбанула. Думала, что я с читами. Но эти двое бойца достали, остались до талого.